Павлюк, Павел, привет. На самом деле, волнительный матч. Честно говоря, директ дали хороший бой, создали, я бы так сказал, организационную, интересную, равную даже борьбу до какого-то момента. Как ты думаешь, в каком моменте вы были уверены в том, что вы выиграете? И был ли такой момент сегодня на протяжении 40 минут? Да, когда последние 5 секунд были, мы уже были уверены, когда пустые 16 секунд, что мы уверены, что победим. Поздновато, поздновато. Ну, да. Почему так, как ты думаешь? Ну, то есть, мне кажется, что оверкласс он просто выше этой лиги, например. Да, ну, я полностью с тобой согласен, но надо было попробовать бронзе. Тут у нас новые игроки. Понимали, кто как играет. И ну, по поводу сегодняшней игры, почему такой сырбор, ну, опять же, нету тренера, некита нету, вот и все, нет, короче. Ощущается сразу его? Сразу ощущается. Нету Кравчука, который всегда успокоит дома и отдаст красивый какой-то точный пас. Ну, спасибо сегодня Тараннику, приехал, он на одной игре еще не был, тут приехал, сразу два положил. Может быть, ездит, я скажу. Возможно. Поздравляю с победой. Спасибо за интервью.